Уважаемые болельщики, я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега Константин Генич, куда же без него. Так же, как и вы, мы ждали этот матч. Так же, как и вы, мы не можем предугадать, чем все закончится. И это здорово. Сегодня Аталанта встречается с Ювентусом. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Посмотрим на состав Ювентуса. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Уважаемые болельщики, я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега Константин Генич, куда же без него. Так же, как и вы, мы ждали этот матч. Так же, как и вы, мы не можем предугадать, чем все закончится. И это здорово. Сегодня Аталанта встречается с Ювентусом. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Посмотрим на состав Ювентуса. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Уважаемые болельщики, я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега Константин Генич, куда же без него. Так же, как и вы, мы ждали этот матч. Так же, как и вы, мы не можем предугадать, чем все закончится. И это здорово. Сегодня Аталанта встречается с Ювентусом. Уважаемые болельщики, я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега. Уважаемые болельщики, я Георгий Черданцев, и со мной сегодня мой коллега. Первый удар по мячу, и игра началась. Аут будет бросать Ювентус. Пауло Дибала. Не рассчитал Дибала передачу, и ее перехватили. Жуан Канцело. Хедира. Пауло Дибала. Янич. Леонардо Бонуччи. Потери и у соперников. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Честно, исправляется с этим ударом. В офсайде оказалась команда.